Всем привет, с вами Райанур, прекраснейшего вам настроения. Это очередная серия летсплея по игре «Гномория». Сразу хотел бы извиниться за некачественный звук в прошлых сериях, потому что ну так вот получилось, что микрофон у меня просто упал на пол, я этого не заметил. Такая вот печаль случилась. Значит, я разметил сейчас места, где будут стоять стеночки. Тут, оказывается, тоже я стенку пропустил каким-то образом. Вот, и разметил, что полы уже керамические стали расставлять. А также я заметил, что у меня вот здесь вот собрались яблони, вот, уже готовы, и апельсины. Давайте их обработаем пока что. Разрешим собирать виноград. Вот как-то так, да. Поехали, давайте посмотрим, как у нас пойдут дела в этом отношении. Ну, сейчас просто с торговлей мы наконец-таки разобрались в прошлых сериях. Вот, и это не может не радовать. Вот, так что гномам сейчас есть чем заняться. Причем 6 как есть чем заняться, я так посмотрю. Вот просто что-то с чем-то происходит. Да уж, работы полные, полные, полные объемы. Построили наконец арку какой-то, кажется, в прошлой серии. Так, ну и посмотрим на это все. Давайте, наверное, еще немножечко ускорим. Все никак не доведу до ума работу. Наших пастбищ. Еще много-много чего доводить до ума на самом деле, кроме как красотой заниматься. Да, я решил, здесь тоже будет еще один, наверное, проход где-то. Бокситовые блоки у нас практически отсутствуют, их мы все израсходовали быстро. Я так полагаю, что, наверное, придется еще один, наверное, склад под деревья заносить. Потому что дерево, видите, уже собирают. Его становится иногда слишком много. Но это потом, попозже. Хотя надо бы, по сути дела, потому что это может привести к появлению нехороших существ. Давайте подумаем, где бы нам все-таки разместить склад. Или, может быть, опять временный склад наш использовать под древесину. Склад. Давайте сюда пускай будут принимать дерево, бревна. Конечно, может быть, не совсем хорошее решение, но все же лучше, чем будет это все валяться без дела. Неуприхоженным, неухоженным. Так, думаю, здесь все посадили. Ну, повезли бревнышки. Давайте пока приостановим. И здесь то же самое. Приостановим, чтобы не занимались. Опачки, пауза. Обнаружен муравей. Интересно, ему что? Свистать всех наверх, как говорится. Наконец-таки бой у нас сейчас будет. Надеюсь, он пройдет хорошо и успешно. Одно везет, что как раз-таки здесь все как раз наши товарищи не сильно спят. Это очень и очень радует. Так, ну что ж, распорядок поставил. Давайте посмотрим, как это все пройдет теперь. Так, одного разложили. Так, ай-яй-яй-яй-яй. Атаковать всеми отрядами.
Вот он, минус. Все, Демуравей умер. Это все, что было? Да, вот такой вот минус есть, то, что механик сразу бежит заводить ловушки. Это, конечно, минус. Но мы вроде как справились. И теперь на Guard Station вызываем всех по очереди. Все, вроде обошлось. Ловушки активируют наши товарищи. Все. Надеюсь, они все-таки, да, действительно нанесли какой-то урон. Хотя вот чья-то кровь, это... А, это кровь муравья. Хорошо, вроде. Отстояли. А, думаю, что количество ловушек нужно увеличивать. Вроде все неплохо идет. Да, на этом складе у нас что ни попадя хранится уже. Так, нужно с одежкой как-то правильно разобраться. Да, такое ощущение, что одежка у нас не так делается, как мне хотелось бы. На работ не пора. Проворот. Так, здесь нужно склад потихонечку переместить, как минимум этот. Давайте его действительно переместим. Что у нас вообще здесь есть? А, тут, то есть, ткань, руны ткани, матрасы. И все, кажется, да? Да, больше ничего здесь не хранится. А, давайте создадим новый склад. Обозначить зону под склад. Пока такую прям. Товары. Ткань. Рулоны ткани. И матрацы. Правильно. Да. И сейчас на этот склад мы построим пару ящичков. Не один, а целых два, наверное. Так, построить контейнеры, ящики, любой ящик. Вот так вот сделаем несколько ящичков. Думаю, потом этот склад сможем отменить, его наличие. Да, уже можно отключать этот склад. Удаление зоны, раз, и все, сейчас все сюда там перетащат. Чуть-чуть станет полегче. Легендарное вино у нас создали, это хорошо. Это приятно. И, наверное, еще один сразу склад построим. Еще один ящик, вернее, сразу сюда же. Пускай будет. Вино здесь валяется. А нет, это яблоневое ведро. Кто-то вино нес или что-то еще бросили на пути. Да, работы у нас просто море. Все заняты всем, чем только можно. Так. Опачки. Опять чудеса. То есть напали на нас снова. И это совсем нехорошо. Опять вызываем сюда наших. То есть у нас бои начались вовсю. Так, ну что ж. Вторая бойня в этой серии. Пока не сильно серьезные враги.
А вот и сильный враг пришел. Из них даже один вот есть солдат. И один даже встали. Ой-ой-ой. Как это все пойдет, вообще не знаю. Это просто ужас, кошмар и страшно. Так, гоблин умер. Надеюсь, наши щитовики здесь. Гоблин умер. Ой-ой-ой-ой-ой. Прям каша-малаша. Гоблин умер. На восходе уже. Главное, чтобы никто из моих гномов не умер. Двуглавый огр умер. И последнего сейчас будет метить солдата. Так, у нас, кажется, появился первый инвалид. Ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой, да. Так, ну что ж, распускаем всех с Гвардстейшена. Ой-ой-ой. Так, все свободны, давайте разбегаемся. Лечитесь, кому надо. У тебя как? Как у тебя состояние? Вот еще один я вижу. Фермер. Ну, этот вылечится. Сейчас он до госпиталя подмотается, потом в госпиталь его примотают еще раз. Да, видимо, чей-то доспех просто не выдержал, судя по ниткам, разбросанным здесь. Вот поэтому такая ерунда и случилась. Ну, в принципе, конечно, да, задерживают немножко ловушки, но прям такого решающего значения они не несут. Так, что у нас в госпитале творится? Давайте посмотрим. Так, вот один в госпитале. Лечит пациента, которого нет. Пациент где-то шляется. Вернее, идет. Да, вот он, пациент. Бредет. Так. Посмотрим, как это все работает. Да, смотрю, без доспеха, без ничего. Уселся. И... Так, как у нас вообще процесс тут изобретения? О, половину уже открытия сделали. Это неплохо, это уже немало. Да, вот пациента полечил, но теперь пациент будет ходить у нас пока временно. Без конечностей. Давайте посмотрим, как это выглядит. Здоровье, да, нету левой ноги. И вот получается, где-то здесь можно будет это все дело построить. Ну ладно. Ладно, увидим. Увидим, как это работает. Печально. Ну, у нас первый инвалид. Долго не... Ну, никто не погиб, и то это тоже очень сильно радует. На мясо тут всех разделывают. Да, вот у нас только одна конечность трена инвалида. Других конечностей не наблюдается. Так, как у нас вообще? Что вообще происходит? Что происходит? Работает ли что? Вот что происходит. Здесь все пока в постройке, в процессе. Так, кстати, кто у нас триан? Еще раз нужно вспомнить. Так, население. Триан. У нас был проспектор. А, ну, не критичная профессия.
Тем более, что у него до дома недалеко ему. То есть он тут неподалеку будет работать. Уго босс, как всегда, изобретает. Наш главный спец по изобретениям. Так, давайте-ка, можно ли трансферить? Да, чтобы он трансферил. А, вот проспектор стокпайл. А также нельзя еще одну лишь только место, да? Да, только с одного места склад может перемещать. И это все сюда обозначено. Наверное, можно снять трансфер. Вот. Пока времени. Все равно в этом складе земли нету. А здесь, кстати, есть. Есть полно еще. Жалко. Жалко, конечно, нашего гнома. Ну, ладно, ребят, на этом я закончу серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был Реанор. А пока-пока. Счастья вашему дому и до следующих эпизодов.